конструктивной идеи этого, ну, люстра это не называется, все-таки люстра это предмет, который именно ради света создан, в данном случае это световая инсталляция, где основным декоративным элементом являются тяжелые стеклянные шары, сквозь которые проходит свет от скрытой лампочки. И это дает эффект какого-то такого сокрытого таинственного освещения. Вся остальная конструкция, собственно говоря, она просто призвана нести эти самые тяжелые шары, но при этом быть достаточно облегченной.